Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. В этом выпуске мы рассмотрим несколько особенностей, связанных с новым предметом Лотос. Вот он. Допустим, вы пикнули Акса. Я считаю, что для него это великолепный предмет. И против вас играет Тинни. Когда мы используем Лотос, Тинни использует второй скилл, подкидывает нас, потом подкидывает сам себя. Ну, это такая мелочь. Но приятно. Далее у нас идет Бара. Мы используем Лотос. Бара делает разбег. И в итоге мы тоже делаем разбег. Довольно забавно выглядит. Особенно если вы с одной стороны карты, Бара с другой. И вы друг на друга сделали разбег. Потом сталкиваетесь лбами. Еще раз. Лотос, Бара, разбег. Боп! Хорош, Бара, хорош. Молодец, 5 с плюсом. Далее идет Джага, Джаггернаут. То есть так проходит его обычный ультимейт. Ну, мы все с вами прекрасно знаем. Если мы используем Лотос на себя, то мы тоже ультуем в ответ. В итоге мы просто прыгаем вдвоем, но урон друг другу не наносим. Уже потом, видите, он меня наносит после действия. Теперь смотрите. Но! Если рядом будут союзники Джаггернаута, ну, союзники врага, мы можем переключиться на них. Это очень удобно. То есть, используем Лотос. Джаггернаут ультует. Оп-оп-оп. Мы переключаемся на его союзников. И наносим им урон. Хорошо. Очень хорошо. И последнее. Лич. Само собой, он не просто так здесь стоит. Так его работает ультимейт. То есть он кидает ульту, наносит урон и перепрыгивает по другим врагам. Но, если мы используем Лотос, мы тоже в ответ кидаем его ультимейт. И опять же, если против вас играет Лич, великолепно пикнуть героя и собрать ему Лотос. Например, Акса. То есть Акс использует Лотос, Лич ультует. Опа! В ответ получает свой же ультимейт, который прыгает по его союзникам, по нашим врагам. Профит. Если вы знаете еще какие-либо особенности, связанные с Лотосом, пишите в комментариях. Я потом прочту и запилю видос. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.